Ежегодная рождественская выставка – добрая традиция Брестской детской школы изобразительных искусств имени Александра Алонцева. Учащиеся создают картины и подделки, которые навеяны праздником и волшебством. Детям удается и себя показать, и на других посмотреть, а самое важное – стать значимой частью новогоднего торжества и проявить свою фантазию. Камин – это уже своеобразный символ Нового года, и мы подумали… Почему бы не сделать… камин, чтобы создать новогодние впечатления, настроение. Мы подумали, будет необычно, если делать каждый кирпич отдельно, объемным, а потом наклеить на сам камин. Также мы придумали положить туда огоньки, чтобы представлялось, как будто там настоящий огонь. Яркие работы акварелью, гуашью, акрилом приковывали внимание гостей выставки. Но на этом вернисажи не заканчивались, потому что на первом этаже детской школы изобразительных искусств имени Александра Алонцева расположилась не менее интересная экспозиция «12 месяцев». У нас идет год Малой Родины. Он и идет, и 20-й год, он все равно еще под эгидой года Малой Родины. И вот было бы хорошо сделать немножечко белорусскость в костюмах, может, в образах. Но если кому-то не удастся, ну, это не так страшно, но все равно все девочки получили задание, что это что-то белорусское, или в костюме, или где-то в фоне, или в каких-то орнаментах. Выставка «12 месяцев» создана воспитанниками школы в манере чешского художника Альфонса Мухи, который известен своими картинами в стиле модерн. Работы в стилистике этого мастера составили основу традиционного календаря Брестской детской школы изобразительных искусств, в который вошли рисунки учащихся 14-15 лет и работы педагогов. Мы рисовали, получается, почти 2 месяца. Каждый день. Стиль это мы подкосили под модерн, но поскольку у всех свой какой-то стиль, то работа очень сильно отличается. Мне кажется, что это одно и то же. Они похожи только какими-то графическими элементами. Работы такого масштаба стали для учащихся школы изобразительных искусств достойной пробы своих сил и закалом на будущее. Календарь насчитывает всего 50 экземпляров и станет в будущем эксклюзивным подарком для друзей школы. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.